Захват. Бежи. Давай. Больше полугода назад на меня вышли представители СБУ и предложили мне сотрудничать. Всего того, что я сочувствую людям, погибающим в Украине, я согласился. Я в итоге согласился передать фотографии, передал фотографии двух объектов. Это ГЭС Дивногорская и рядом стоящая с ней воинская часть. ПВО, которая базируется в нескольких километрах от Дивногорской ГЭС. Я такие фотографии сделал и передал. После чего мне предложили найти еще какие-то объекты военной инфраструктуры и тоже совершить к ним выезды, сфотографировать. Также я видел по дороге движущиеся автомобили военной тематики и предполагаю, что они движутся в сторону объекта ПВО города Дивногорска, сообщил об этом письменно. Искренне раскаиваюсь в содеянном, хочу искупить свою вину.